друзья, вы, конечно же, понимаете, знаете, все следите за творчеством Андрея Чистякова, и знаете, что он полистилист тоже, то есть сказал, да? И вот, поскольку он полистилист, он выходит с после концерта, как пыля с поля, без гола. Поэтому у меня появилась сейчас совершенно сумасшедшая мысль. Алексей, откройте, пожалуйста, вот этот эпизод. Это знаменитая мелодия любви, да? Сейчас Алексей Скадавец играет все то же, что написано в аккомпанементе у Винявского. А Андрей Чистяков на эту тему сделает импровизацию. Ну, какой ему Бог предложит на сейчас. Вот состояние, настроение, температура воздуха. Это твое дело, да? А только аккомпанемент. Только аккомпанемент. Все так же, как написано Винявским, да? Но перед этим можно сыграть один таз, то время. Thank you.